Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас ролик посвящен, как вы уже поняли, тестам. И сегодня мы будем тестировать два, наверное, самых легендарных, ну, по крайней мере, многими любимыми аппарата. Это E-Track с обычной стандартной катушкой. Это Garrett Ace Euro. Стандартная катушка. И с Аськой будем тестировать еще Голиаф. Короче говоря, почему именно так? Вы скажете, да что ты сравниваешь жопу с пальцем? И скажите, во-первых, многие начинают с Аськи, ну и понимают, то что нужно уже глубину, пора бы менять, пора бы уже переходить на другой уровень, начинают брать более профессиональный аппарат. Вот. Но у всех возникает вопрос, а глубже он будет или нет? Потому что глубина — это большое дело, правильно? Правильно. Поэтому мы сейчас посмотрим, насколько Аська со штатной катушкой. Это, я еще раз повторюсь, ребята, это тест на глубину, не на разделение цели, а на глубину. Вот. Поэтому мы просто поставим все металлы на том и другом аппарате и будем проверять. Значит, сегодня мы будем использовать в качестве подопытных кроликов, мы возьмем 5 копеек, 30-й год, полушка петровская. Будет у нас серебришка, это полтинничек 24-го года, екатерининский пятак, деньга и одна чешуечка. Ну что, приступаем? А, забыл. Забыл самое главное, линейку я. Ну, за место линейки у меня метр будет. Ребятки, ну простите, но будет так. Забыл я, короче. Метр у меня начинается с 2 сантиметров. Так что как-то так. Будем отнимать одно. 1 сантиметр будем отнимать. Сейчас я все приготовлю, и мы продолжим. Включаем E-Track. Так, вам тут вообще что-нибудь видать? Громкость, это все нам не надо. Нам нужна тупо открытая маска, все металлы. Вот так. Все, значит, что? С чего начнем? Вот наши подопытные. Начнем с Катиного и на маленькую. Смотрим. А. Короче, пятак E-Track не видит мой. Стоп, друзья. Если вы были внимательны, там где я показывал настройки E-Track, то, наверное, вы заметили не совсем чистую маску. Сигналы от пятака попадали именно в один из этих секторов, поэтому аппарат промолчал. И чтобы видеотест получился полноценным, при первой возможности я переснял этот момент. Как вы видите, результат показал 40 сантиметров уже с нормальной рулеткой. Так, далее, полтосик серебряный, 30, 35, 40, 42, уже, наверное, хрен бы копал. Сорок три не видит. Сорок один. Так. 5 копеек, 30-й год. 30. 42. Видит в два взмаха видит 42. 43, 44. 45 вот вожу. 44. 44. Так. Деньга. 37-й год.
40. 43. Не видит. Не видит. 42. 41. 40 оставляем. 41 она не видит. Так. Полушка Петровская. 30, 35, 40 не видит. 36. И маленькая чешуечка у нас Федора Михайловича. Вот такая вот лаптя. Смотрим. С 20. 25. 28. Нет, 29 нет. 28. Итак, берем катерининский пятак. Тридцать четыре нет. 33 оставим. Так. Серебряный полтинничек. Не видно мне. Полтинник серебряный. 33 не видит. 31. 31. Так, 5 копеек. 30-й год. 31. Так. Следующая деньга. 30 в оба прохода. Взмаха, вернее. Так. Полушка Петровская. 27. Еще раз повторяю, я не обманываю, мне это просто ни к чему. Я делаю эксперимент, мне самому это интересно. Чешуйка. 22 не видит. 21. Нормально. 21 сантиметр. Итак, ребята, вот вы сами все видели. Сейчас все то же самое, операцию я проделаю с катушкой. Вот она. Вот провод от Голиафа. Пошел. И вот она, Аська. Все, я ее просто, чтобы эту не отматывать. Она у меня, видите, в стретч-ленте заматана. Вот так. Так, кстати, фона меньше. Ложников меньше. Вот так. Если что, рекомендую. Рекомендую. На Алиэкспрессе 40 рублей такая вот хренотень. Одного рулона на один аппарат за глаза. Так, что тут у нас? Все металлы. Все, чуйка на всю. Ага, он уже чувствует. Давай, поехали пятачком. Сорок три не видит. 42 в один, не каждый раз. 41. 41 сантиметр. Полтишок серебряный. 39. Нет, 39. Не пойму, 38 или 37. 38. Так. Пятачок. 37 видит. 39 видит. 40. 40. Деньга 1737 год. 35. 40 нет.
38 нет. 36. Это пипикает 35. Не, 35. 36 не видит. Так, Петровская полушка. Берем опять так же. 35. О, видит 35. Нет, 35 вот и отрубает. 36 вообще нет уже. Все. И чешуя. И чешуя. Это одна чешуйка из склада, которую выкапывали вот 3-килогерцной катушкой Марс, фирмы Марс, Голиаф. Говорят, низкочастотные, они там типа того, только в глубину мелочь не видеть. Вот, пожалуйста, клад был 523 монеты. Нет, 33 не видеть. 30 не видеть. 29 непонятно. 28 в оба взмаха. Короче, так. Объясняю. Вот если кто, ну, не знает или выбрать не может, может быть, помогут мои советы. Значит так. Для Ace Евро не принципиально. Катушка, как это называется, маленькие катушки, снайперки. Она нахрен не нужна вообще, ребята. Лишняя трата денег. Поверьте моему опыту. 4 года с Аськой проходил. Знаю ее лучше, чем Ятрак. Ятрак воду меньше года. Не знаю его практически совсем. Чего уж тут греха таить. Про другие катушки большие, да, для Аськи. Есть катушки фирмы Nel, там другие, много разных катушек. Не знаю, ребят, пока не попробуйте, вам ни один форум не скажет. Какая-то, мне кажется, все равно индивидуальность. Индивидуальность у аппаратов все равно присутствует. Поэтому на одном хорош Хантер тот же, на другом хорош Голиаф. Но я вот рекомендую Голиаф. Итак, серьезный аппарат. Цели разделяет на ура, ребятки. Вот там, где я ходил и согребал проволоку, гвозди и разную херню, с Ятраком я этого уже не делаю. То есть он хотя бы за это ему спасибо. Здесь я научился гвозди, проволоку и иногда пробки. Я на нем уже научился отличать. А по этим, то есть результаты вы видели сами. Результат еще напишу в конце. Табличку какую-нибудь сделаю. О. Так что делайте выводы сами. Но не забывайте про то, что на Ятрак тоже можно поставить не менее ядреный руль. Как-нибудь мы и такую руль приобретем, поставим на Ятрак и также сравним с Голиафом. Ну, на этом я буду прощаться. Хватит базарить. До новых встреч, друзья!